Встречаем ринги боксеров 20-й пары. Красного ринга Данил Цыкин, город Псков. Синий Муса Мусаев, Рязань. Первый раунд. Красного ринга готовится продолжить бой. Боксер из Пскова. 76-я 52-я дивизия. Данил Цыкин. Боксер 2000 года рождения. За время занятий боксом провел 78 боев, одержал 59 побед. Кандидат мастера спорта России. Призер всероссийского турнира «Красного выборца». Тренер и секундант боксера. Заслуженный тренер России Иващенко. Данил Цыкин, Псков, красный угол. Второй раунд.
актер, боксер синего уровня, представитель Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Руслан Усаев. Боксер 1998 года рождения. Счет боя не ведет. Его тренер боксера Александр Панин, Герман Игнатьев, Мусан Усаев, Рязань, синий угол. Внимание, уважаемые любители бокса, трансляцию боев нашего турнира вы можете увидеть на YouTube-канале Яндекс.Медиа и в социальной сети ВКонтакте на странице Федерации бокса России. Смотрите бокс. Третий раунд. Все боксеры 21-й пары Иван Сагайдак-Хума, Шамиль Вагапов, уссурийск. 21-ю пару будут судить в ринге Имамов, боковые судьи Никуленко, Шишенин, Галицкий, Першин, Дудинский. Поддержим боксеров вашими аплодисментами. В этом бою победу по очкам разделения
судей одержал боксер из Красного Угла.